Всем привет! Сегодня на моем канале будет такая интересная штука, которая называется DIY. В общем... Ребят, этот DIY я бы хотел начать с того, что как много не делал DIY. В общем, приступим. Ингредиенты у нас такие сегодня. Вот этот шампунь, гель для душа, сода, конечно же, Силициловая кислота, ну типа это спирт такой. Это чашка, которая пережила, мне кажется, уже, не знаю, войну ядерную. Уже 4 моих DIY она пережила. И ложечки для мешания. Начнем с того, что откроем шампунь. Польем его. Добавим туда геля для душа. Получается что-то такое вот прозрачно-черного цвета. Его еще нужно перемешать немного. Чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. И добавить туда силициловый спирт. Добавляем силициловый спирт. Его нужно одну ложечку добавить. Сейчас бы его еще открыл. Теперь это нужно все хорошенько промешать. Вот так мешаем. Теперь вот в это нечто, оно такого жуткого цвета прям, нужно вбахать соды. Насколько я знаю, одну ложку. Теперь это все размешиваем. Я, похоже, слишком много добавил соды, блин. Ну ладно, бывает. Так вот такая каша. Я на всякий случай добавлю еще немного геля для душа, потому что мне кажется, это не лизун. И теперь это все извращение нужно где-то на час положить в холодильник. В общем, встретимся через час. One hour later. Хотел сделать DIY, а получилось как обычно. В общем, ребята, лизун у меня не получился, но многие, наверное, поняли то, что это не настоящий DIY, а это был просто рофл, прачечный рофл. Поэтому, в свою очередь, я бы хотел поздравить вас, всех моих подписчиков и весь русский народ с великим праздником Пасхой. Но на этом заканчиваем. Всем пока. С вами был я, ваш блогер Ультимейт. Слышь, пацан, или может не пацан, подпишись, не ленись на канал. Лайк поставь, если что, он выглядит, будто палец, который направлен вверх. Быстро подписался.